Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Продовжуємо говорити про особливості вступної кампанії 2020. Ми всі знаємо про її складнощі, труднощі, але все ж таки вона відбувається. Як вона відбувається, зокрема, на факультеті цивільно-господарської юстиції Одеської юрокадемії, говоримо про це з Денисом Колодіним, деканом факультету. Вітаю, пане Денисе. Добрий день. Ми з вами зустрічалися навесні, в березні, коли академія не тільки впроваджувала, а активно використовувала режим онлайн-навчання. Наскільки я розумію, ось цей вислів «онлайн» він і надалі супроводжує Одеської юрокадемії, і вступна кампанія також відбувається, але я хотів би все ж таки підсумувати, як навчання відбувалося онлайн, як екзамени також, і в Зумі здавалося, як це відбувалося. Як ви пам'ятаєте, по рішенню президента університету Сергія Васильовича Ківалова, сразу же после введения карантина в стране был собран ректорат и дано четкое поручение, чтобы выполнялась вся учебная нагрузка. И не просто выполнялась формально, а проходили реальные пары с опросом студентов, с выставлением оценок и в соответствии с тем расписанием, которое существовало до карантинного периода. И факультет гражданской и хозяйственной юстиции был флагманом в этом процессе, потому что именно у нас, у первых, была реализована соответствующая программа, мы изучили методики, системы, которые существуют в мире, и оптимальная оказалась система Zoom, которая тогда еще была каким-то непривычным словом, а сегодня у всех она есть на смартфонах, все мы имеем пользоваться, и таким образом продолжился учебный процесс. После этого мы пришли к рубежным контролям. Мы видели, что ситуация не меняется, и студенты не смогут возвращаться уже на обучение в аудитории. После этого принимались курсовые работы онлайн, то есть студенты пересылали преподавателям в электронном виде, они проверялись, и сама защита происходила средством видеосвязи. После этого также сдавались и зачеты, экзамены. И вот сейчас уже работает государственная экзаменационная комиссия, где принимает также экзамены в онлайн-режиме. Это все мы делаем для безопасности наших студентов, для безопасности преподавателей, для того, чтобы было меньше контактов и выполнять те установки, которые сегодня ставит руководство нашего государства. И, конечно, все у нас учебный процесс на самом высшем уровне, потому что президент университета Сергей Васильевич Кивалов лично контролировал, как проходят все эти занятия и соблюдается вся учебная нагрузка. Он даже сам подключался на некоторые пары. И все, конечно, говорят, что когда это проходит в аудитории, это удобнее для преподавателей, и для студента, и эффективнее, но тем не менее мы отличаемся от многих вузов тем, что у нас не было формально это проведено, потому что знаете, что во многих вузах было просто даны какие-то задания, которые студенты там кто делал, кто не делал через интернет. У нас строго с 8.30 до 16.05 проходили пары, и студенты получили соответствующие знания. Особенно важно это для 4 курса бакалаврата, которые 1 и 3 числа будут сдавать вступительные экзамены для поступления на магистратуру. Женис, і ми говоримо про вступну кампанію, не можу не запитати, не поставити питання щодо роботи з абітурієнтами. Наскільки я розумію, Одеська юрокадемія приділяла цьому величезну увагу. Це був не один день відкритих дверей, це було кілька днів окремо на кожному факультеті. А як відзначився факультет цивільної господарської юстиції? Розкажіть, будь ласка. Ви знаєте, коли ми чітко розуміли, що карантин не закінчиться через 2 тижні, через місяць, було прийнято рішення президентом університету о проведенні днів відкритих дверей онлайн. И факультет гражданской и хозяйственной юстиции провел не один день открытых дверей. И знаете, я сразу не верил в успех этой идеи. День открытых дверей проходил в прямом эфире в Инстаграме и в YouTube канале. Но когда мы до этого была проведена рекламная кампания, многие студенты, практически все, сделали репосты о том, что будет день открытых дверей, плюс те контакты, которые у нас были абитуриентов, мы сообщили, что он будет проходить. И после этого
На наши эфиры заходило очень много студентов, более 4000 зашло на YouTube эфир, более 1500 в Instagram эфир, более 100 вопросов было задано, то есть мы планировали это на 20 минут, общие какие-то положения, мы полтора часа общались с абитуриентами, это очень хорошо и эффективно, и когда мы увидели такой эффект, мы проводили и второй, и третий, и планируется и четвертый, и пятый, поэтому это возможность у абитуриентов задать интересующие их вопросы, тем более сейчас система в связи с карантином, изменены сроки, изменены процедуры, и их множество вопросов интересует. Но помимо дней открытых дверей, конечно, еще множество работы проходило на факультете. Мы проводили такие мероприятия, как челленджи в социальных сетях, когда школьники участвовали в каких-то конкурсах, передавали друг другу эстафеты, снимали видео, получали призы, подарки. Мы общались, у нас есть хорошая база школ, с которыми мы взаимодействуем, и нам руководство этих школ обеспечивало заход в Zoom 11-классников. Мы выступали перед ними, говорили о преимуществах обучения на факультете. Они также получали все компетентные ответы на интересующие их вопросы. И из этого количества, ну, я так думаю, что очень хороший набор нас ожидает в этом году. Ті абітурієнти, які зацікавились, які пов'язують своє майбутнє з факультетом цивільної господарської юстиції Одеської юрокадемії, повинні пройти всі формальності. Куди, проще кажучи, здавати документи? Як це відбувається? Це, ну, важлива, дещо бюрократична, але важлива процедура. Ну, сьогодні у нас на факультеті гражданської хазяйственної юстиції працює консультаційний центр по допомозі в прийомі і подачі заявлень. И всегда могут обратиться в приемную комиссию по телефону деканата, по телефону приемной комиссии, и студентов проконсультируют, как правильно подавать документы, как оформлять. Можно прийти в приемную комиссию наручно, подать документы после того, как они сдадут ЗНО. Процедура и сроки следующие. Сейчас наши абитуриенты сдают внешнее независимое оценивание. После этого с 1 по 13 августа они будут регистрировать электронные кабинеты. После регистрации электронных кабинетов с 13 августа по 22 августа это подача заявлений. В этом году уже изменена чуть-чуть система. Если раньше можно было подать 7 заявок в различные вузы, на различные факультеты и специальности, то в этом году можно подать 5. Поэтому нужно каждому из абитуриентов грамотно расставлять приоритеты, чтобы выбрать тот вуз, тот факультет, куда они хотят поступить. Я, конечно, рекомендую ставить приоритет номер 1 на факультет гражданской и хозяйственной юстиции. И после этого 27 августа будут оглашены рейтинговые списки, где будет оглашен конкурсный проходной минимальный балл на бюджет. И потом до 5 сентября у студентов будет возможность либо наручно привести оригиналы документов, либо же в этом году разрешено передать почтой до 5 числа для того, чтобы мы их зачислили на бюджетную форму обучения. У нас наибольшее количество бюджетных мест, поэтому все студенты, которые смогут пройти минимальный пороговый бюджетный балл, мы всех их зачислим, и они будут обучаться на факультете гражданской и хозяйственной юстиции. Щодо прогнозів, ну, це невдячна така справа, але все ж таки, скільки було студентів зараховано рік по тому і які плани, які, можливо, ну, дійсно такі прогнозні дані можемо дати на осінь 2020 року? Ну, ви знаєте, ми, мабуть, чувствовали, що може произойти така ситуація. Була проведена ще в першому семестрі, тобі ж осінню 2019 року. Большая профорієнтаційна кампанія. Наші студенти посетили свої міста, села, хто откуда приїхав, і приїхали з буклетами, прийшли, пригласили школьників на обучення на факультет. Було проведено множество мероприятий, квестів, бліц-турнірів, в яких участвовали школьники. Було проведено чемпіонат області по праву, турнір, в котором под эгидой Министерства юстиции участвовали все абсолютно представители от каждого района, по 3 человека, и определяли сильнейшего. Проходила и другая работа, которая сегодня
дает позитивные результаты, у нас есть хорошая база, и сегодня мы можем говорить о том, что ну, ожидается, я думаю, очень хороший набор. Я не хочу, знаете, вы правильно сказали, прогнозы — это такое неблагодарное дело, но я думаю, что результат будет лучше, чем в предыдущем году. Тем более на нас, вот, для нас есть один позитивный момент во всем этом карантине, в пандемии и так далее. Вы знаете, 20% наших выпускников из Украины уезжали за границу, в Польшу, Чехию, Словакию на обучение. Сегодня родители пересмотрели ввиду закрытия границ и невозможности вернуться, потому что многие, кто там учится, столкнулись с большими проблемами, когда все это произошло и случилось. И они пересмотрели свои взгляды в сторону отечественного образования. Если говорить о юриспруденции, то флагманом здесь, конечно, является Национальный университет, Одесская юридическая академии, факультет гражданской и хозяйственной юстиции. Я думаю, это даст свои положительные плоды для того, чтобы у нас был очень хороший набор, и мы могли, как всегда, на первых передовых позициях идти. Если вы знаете, помните, факультет гражданской и хозяйственной юстиции в 2018 году делал самый большой набор, и в 2019 году, я думаю, эта же тенденция сохранится и в 2020 году. Чтобы тримати марку, щоб зберігати високі позиції, потрібно і в 20-му, і в 21-му роках ну, чимось там, дивувати, так? Приємно там, радувати студентів якимись інноваціями, можливо, що нового пропонує факультет цивільної господарської юстиції студентам майбутнього. Ну, ви знаєте, говорить о том, чем обуславливается да, такой набор, почему студенты идут, здесь есть ряд факторов. Студенты же, знаете, самое важное – это сарафанное радио. То есть студенты, которые учатся сегодня у нас, они своим друзьям, товарищам, с которыми они еще вчера вместе учились в одной школе, они рассказывают, что и как происходит. И сегодня студенты видят, и они участвуют в этой студенческой жизни, они видят, что сегодня, например, мы первый лучший в правовой олимпиаде. То есть команда факультета на всех курсах заняла первые места и общекомандное первое место. То есть это блестящий показатель. Значит, здесь хорошая подготовка, здесь лучшие преподаватели. Соответственно, они дают лучшие знания, которые студенты смогли показать, реализовать. Если говорить о спортивных мероприятиях, проходят спортивные мероприятия, и мы всегда в этом году не было ни одного спортивного мероприятия, в котором бы мы не заняли призовое место. То есть абсолютно во всех видах спорта только множество и первых мест, но там четвертое, пятое, шестое у нас такого нет. Первое, второе, третье, в основном первое. И по итогам она не закончилась, несколько видов спорта не доиграли, но по итогам отыгранных видов спорта мы находимся в неоспоримом первом месте. Также инновационные дисциплины, которые преподаются на факультете, которых нет в других вузах, в других факультетах, это опять-таки обуславливает набор. Ну и самое важное, самое главное, это, конечно, атмосфера. Это то, чему и я уделяю особое внимание. Это особая студенческая атмосфера, потому что пока мы сидим на занятиях, то студенты – это студенты, преподаватели – это преподаватели. Звонит звонок. И мы все одна большая дружная семья. Мы вместе проводим время, мы ходим на катки, в Аркадию, на велопробежки, ездим вместе в Умань на экскурсии, Львов, множество-множество другого, в международные учебные визиты. Ну, это можно долго об этом говорить, потому что таких возможностей нету в других вузах, а у нас только студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции имеют возможность поехать в учебные визиты. И вот 50 человек ездили в прошлом году в город Страсбург и посетили Европейский суд по правам человека. Множество других институций, которые сегодня нужны для каждого будущего юриста, для того, чтобы сформироваться будущему профессионалу. После этого наши студенты посещали во втором учебном визите, посещали Венский университет, штаб-квартиру Организации Объединенных Наций, офис ОБСЕ, это все город Вена. По пути они, конечно, заезжают в другие города, где культурно проводят время, знакомятся с местными достопримечательностями. Это очень нравится студентам. Вот сейчас, если бы опять-таки не карантин, планировалась поездка в город Рим, в Международную нотариальную палату.
Но, к сожалению, из-за обстоятельств, которые сложились, она отменена. Но мы будем надеяться, даст Бог, все хорошо будет в стране, в мире, и мы осенью наверстаем упущенное. Але и в том числе в начальном процессе якісь новації, нові спеціальності, розкажіть, будь ласка, про те, що готуєте, що вже у нас із новацій теперь каждый студент сможет для себя выбирать дисциплины. Сейчас вот на следующей неделе студенты получат анкеты из перечня с, допустим, 15, к примеру, 15 дисциплинами, и любую с фамилиями преподавателей, и любую с 15 дисциплинами, им нужно выбрать 4. И они какую хотят, то, что им ближе, если ему ближе гражданское, он гражданское. Может, он хочет более углубиться, выбирает договорное. Может, финансовое, налоговое или морское. То есть у студента будет возможность, у него есть цикл обязательных дисциплин, которые обеспечивают подготовку к ЗНО, это 75% из всего учебного плана занимает. И 25% остается для того, чтобы он выбрал, потому что они уже на третьем-четвертом курсе сформировались и видят, они понимают, кем они себя видят, и они понимают, какие ему нужны дисциплины для того, чтобы он смог в дальнейшем трудоустроиться и то, что ему в жизни поможет. А одной из новаций в этом году еще является то, что на факультете гражданской и хозяйственной юстиции открылась новая специальность — филология иностранного языка. То есть мы, это английский, это немецкий язык, и мы будем готовить профессионалов, которые будут в совершенстве владеть языками, которые смогут свои знания применить в дальнейшем и трудоустроиться в международных компаниях, в бюро переводах, в школах преподавателями, в университетах преподавателями, там, спичрайтерами, пиар-менеджерами, в сфере отельного бизнеса работать, в крюинговых компаниях. И это сегодня очень востребовано, потому что мы смотрели в статистику Министерства образования и науки Украины за прошлый год по вступительной кампании. И три самых востребованных профессии – это медицина, право и филология. И сегодня мы все видим в условиях глобализации, когда границы до карантина были практически стерты, когда была возможность путешествовать, общаться, работать за границей. Но практически везде нужен иностранный язык, в частности английский. Вот таких специалистов мы будем готовить. Этому направлению президент университета Сергей Васильевич Кивалов уделяет особое внимание, потому что за этим перспектива, за этим будущее. И сегодня это очень важно. И вы знаете, у нас разрешено перекрестное обучение, то есть можно учиться на праве со второго курса. Студентам второго, третьего, четвертого курса они могут учиться на специальности права и по перекрестному обучению учиться на специальности филология. И многие студенты пользуются этим шансом, и уже многие абитуриенты подают на эту специальность, потому что для нас она хоть и новая, но у нас есть хорошая база, у нас есть кафедра иностранного языка номер один, кафедра иностранного языка номер два, кафедра прикладной лингвистики. То есть это те все кафедры, которые смогут обеспечить, где работают доктора наук, где работают кандидаты наук, соответствующие, которые смогут обеспечить качественно дисциплины, плюс несколько преподавателей мы приглашаем с других вузов, которые с радостью, с удовольствием соглашаются к нам прийти, потому что знают, что любой проект, который начинается в Национальном университете Одесской юридической академии, он будет реализован до конца и он будет успешным. Но по тем тенденциям, которые я уже вижу, то есть по тем желающим, которые уже записываются, оставляют контакты на филологию, по вопросам, которые задавались на прямых эфирах по поводу филологии, я думаю, здесь тоже будет у нас успех, здесь мы тоже сможем быть на передовых позициях, и здесь мы тоже займем свою нишу, а в дальнейшем это будет как раз-таки центром, где, как сегодня университет является юридическим центром, я думаю, что те же перспективы ожидают и филологию, и тех, кто получит соответствующее образование, будут затребованы на рынке труда и однозначно трудоустроены, потому что направлению трудоустройства — это главное направление, которому уделяет внимание президент университета и использует все рычаги и возможности для того, чтобы каждый студент был трудоустроен, потому что это главный показатель нашей работы, когда студент трудоустроен, тогда мы выполнили свою задачу. Дякую, Денисе, за, як завжди, досить таки змістовну, серйозну розмову. Я бажаю успіхів вам, вашим колегам, вашій команді. Обов'язково запрошую за кілька тижнів, щоб побачити, як саме йде ця незвична вступна кампанія. Успіхів!
А з вами був Віталій Хемій. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». До наступних зустрічей в ефірі.